Что собрался делать? Рассказывай. Вот старая система, которую нужно всегда мыть. А мыть ее никому никогда не хочется. Покажешь? Дорогая черная коробка? Да, из поролона. Из поролона. Так, ну и что, какие планы? Планы. Скиммер номер один. С ним феевого сада стягивать. Маленький. Угу. Вон там скиммер номер два большой, чтобы листву... Там дизельный шланг? Да. Есть, да. Чтобы листву сразу стягивать туда. Здесь вот вместо этой штуки делаем излив воды. Угу. Вот сюда вот ставим. Куда-то еще решаем с заказчиком туда поставить. Где-то здесь под его спрячем его дома. В середине сделаем коллектор. Из него сделаем лучевую раздачу. Вот это угу. Вот все. То, что выложено шлангом. Сделаем биоплато. Биоплато. И эта вся водичка будет проходить, стекать. Так, отлично. Вот так. Украсим глубками. Ничего. Чтобы ее сделать, нужно стеночку поднять вот каменную. Видишь, здесь прут выше, чем уровень. Биоплато еще... будет выше уровня, да? Будет выше уровня. Будет биоплато на уровне вот этого камня, видишь, а прут ниже. То есть получится, что у нас мы еще здесь сантиметров 10 камня отрежем, отколем. И у нас будет маленькое падение, буквально сантиметров 15. Стенка будет этой же высоты, и ниже стенки на 10 сантиметров у нас будет вода. Ну, то есть, чтобы ей была возможность куда подниматься по зарастанию. А глубина что тут какая? Много этажей. Внизу, в районе 3. А, ну нормально. Очень красивый рейд.